Я спал на ногах, но я не знаю. Примерно к 10 часам. Меня ударило сюда по лицу. Я ничего не это, я встал, темно все было, кровно. Ну тут солдаты поприезжали, начали спасать. Ну, у меня то все в крови было, они схватили меня и потащили в скорую помощь, в больницу. Там зашивали вот это лицо все. С больницы ушел, надо тут телефон жены взять, документы, потому что друг другу не можем ни позвонить, ничего. Вот, вот это что висит, вот это, то балкон мой. Это квартира наших детей, они сейчас находятся в Польше. Приехали посмотреть здесь, не зайти, не вообще ничего. Нашего подъезда просто нет. Тут у нас тут угловой подъезд был, второй. В общем, дома нет практически. Вот здесь был вход, угловой подъезд. Вот. И на четвертом этаже, там на площадке налево. Окна выходят на социалистическую туда, угловая квартира. Ну, сейчас еще зайдем туда, на эту сторону. Здесь была моя кухня, квартира. Там вот там сейчас где-то паспорт лежит моей матери. Вот как его забрать? Кто мне скажет? Как они ее вытаскивали с четвертого этажа? Маму мою и там еще на третьем этаже женщина-то вообще еле ходит. Когда все случилось, взорвалось, она в темноте там как-то нашла телефон и мне позвонила.